Здравствуйте! В этом видео я подробнее расскажу об универсальной магнитоле 2DIN White Media WM-MT7001. Магнитола представляет из себя устройство с сенсорным экраном 7 дюймов, с сенсорными кнопками, с компактным радиатором, вентилятором охлаждения, разъемом под AM/FM-антенну, разъемом под GPS-антенну, разъемом для аудио входов и выходов, разъемом для подключения USB-портов, а также основным разъемом для подключения питания, акустики и других аксессуаров и предохранителя. Обратите внимание на монтажный размер магнитолы. Это стандартная переходная рамка X-Size. Как видите, отличные монтажные размеры, без щелей, зазоров, и входит легко. В комплекте с магнитолой поставляется колодка аудио-видео входов и выходов. Здесь у нас есть выход на фронтальные каналы усилителя, на тыловые каналы усилителя, аудио-видео вход и два видеовыхода на внешние мониторы. На этом разъеме у нас расположено 3 USB. Один для подключения смартфона, для функции отображения экрана смартфона на экране магнитолы, USB разъем и разъем под видеорегистратор. Также на этом разъеме видеовход для камеры заднего вида. И разъем для рулевого управления и разъем для комбаса, если комбас идет в комплекте к магнитоле. Магнитола укомплектована стандартным ISO-коннектором. Вы можете приобрести переходник на любой автомобиль, который одним щелчком будет подключен к этому коннектору. Также здесь, кроме питания и акустики, провод парковочного тормоза, провод активации камеры заднего вида и провод Amplifier Control, то есть сигнальный провод, на котором появляется питание для активации внешнего усилителя. Более подробно у нас есть инструкции, которые идут в комплекте к этой магнитоле. А также в связи с тем, что у этой магнитолы размер 2DIN, это наиболее часто встречаемый монтажный размер в современных автомобилях Nissan. Мы укомплектовали эту магнитолу специальным разъемом Nissan, где есть основной разъем, он же отвечает у нас за рулевое управление. Обратите внимание, что этот провод при монтаже необходимо подключить к проводу VLK на этом разъеме. И он укомплектован антенным переходником Nissan. Антенна GPS на магните. Металлические крепления, которые вам могут пригодиться тогда, когда в вашем автомобиле стандартные крепления требуют большой глубины магнитолы. В связи с тем, что у нас магнитола плоская, это своеобразные удлинители корпуса. Используются далеко не во всех автомобилях. Спасибо за внимание. Да, кстати, в ссылочке в описании есть видео по меню этой магнитолы. Всем спасибо за просмотр, подписывайся на наш канал, а если хочешь магнитолу, то получай жирный промокод XSTUBE2017. Кликай на желтый купон, и ты узнаешь, что ты можешь получить.